Здравствуйте! В эфире телеканала ПС мы вновь читаем «Правду Севера». С вами газета на ТВ. 14 июля две пенсионерки 58 и 76 лет ушли из поселка Комсомольский Вельского района в лес за Морошкой. Там женщины предполагали провести несколько часов, но в итоге их, изможденных, но не сломленных духом, спустя 6 дней нашли спасатели. Интервью с одной из этих удивительных женщин, Галиной Давиденко, на страницах свежего номера газеты «Правда Севера». Автор статьи Павел Кононов сегодня у нас в гостях. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Действительно, и статья удивительная, и история удивительная. И когда, вот я помню, в соцсетях появилось сообщение о том, что женщин нашли, комментарии, отклики были преисполнены просто гордостью, мне кажется, не только за этих женщин, но и за весь русский народ. Ну, а вы-то как поняли, что получится такой материал? Как вы угадали, что будут не просто ответы «да», «нет», «не помню», «страшно» и так далее, а получится вот такая удивительная, глубокая статья? Ну, во-первых, мы поняли, что эта тема будет интересна читателям. Uh-huh. На самом деле, не часто бывает, чтобы люди 7 почти дней были в лесу, плутали, без еды. И, в общем-то, здоровыми вернулись домой, в конце концов. Потому мы знали, что тема интересна. Но, конечно, были сомнения, что расскажут женщины. Да, как они передадут вот эти свои впечатления. Да. Вот. Но в итоге получилось то, что получилось. То есть Галина Павловна рассказала. И женщины с тех пор, как их нашли, как они вернулись домой, они стали... Это было не первое их интервью. Uh-huh. То есть они почувствовали уже к себе внимание СМИ. С ними разговаривали районная газета, телевидение какое-то с ними уже разговаривало. Ну, видимо, уже наработано. Да. Они, конечно, удивляются. Вот Галина Павловна говорила, что мы такое совершили, в космос летали, что так. Но... Вот, чтобы наши зрители поняли вообще, о какой уникальности я говорю, хотелось бы привести цитату. «У женщин не было с собой ни спичек, ни продуктов, ни даже ножа. Они не боролись за выживание, не строили шалашей, не заботились о ночлеге и еде, не пытались добыть огонь. Однако, когда на 7-е сутки их нашли спасатели, женщины были измождены, но здоровы, только сильно натерли ноги сапогами». То есть, совершенно не пытаясь найти там пропитание, да, добыть огонь, понимая, в принципе, что это невозможно, они вот возвращались все время к одному и тому же месту. Да, Галина Павловна рассказывала, что они вообще вот первые 2 дня они не боялись, и у них не было про себя такого понимания, что они заблудились, что они там пропали. Они слышали, более того, они уже на второй день услышали, что их ищут. Они слышали выстрел, слышали крики. Но по каким-то причинам из того, видимо, дремучего, что называется, леса, хоть он рядом с поселком, выйти не могли. Вот она также спокойно об этом рассказывает? Да. Совершенно без... То есть этот страх потом не появился с осознанием с какого-то? Это не был какой-то шок, растянувшийся на 6 дней? Да, пожалуй, нет. Они единственное, что говорили, что, конечно, вот уже в конце, то есть перед тем, как их все-таки нашли спасатели, они говорили, что мы уже понимали, что если вот еще сегодня не выйдут или их не найдут, то может это все кончится. Угу. Вот. Но еще раз паники... И что-то такого они не были, и сама Галина Павловна много раз говорила именно об этом, что не было паники, истерики, просто жили в лесу. Но по сути они вообще героини. Конечно, не надо брать с них пример, ходить в лес без спичек, без телефонов, без еды, но тем не менее их популярность пересекла пределы, наверное, не только Вельского района, наверное, всей России. А как они вообще живут? На самом деле они такие активные, позитивные, оптимистичные. Что вообще вот рождает такой дух? Я не знаю. Женщины-пенсионерки, они прожили всю жизнь в этом поселке. Поселок раньше был вполне процветающий. Там находился Шонерский леспромхоз. В свое время мощный, там, достаточно известный. Вот. Но с тех пор все изменилось. Поселок можно вполне отнести к разряду умирающих, там нет производства, там закрылась школа, там нет мобильной связи, телефон бы им не помог. И женщины тоже, это нельзя сказать, что эти женщины привыкли жить в лесу. То есть это я тоже об этом спрашивал, и вот Галина Павловна говорила, что она сама в лес никогда толком не ходила, всегда с мужем, но муж 2 года как умер, и вот они с подругой пошли на болото вдвоем. Болото-то тоже буквально рядом. Да, все было рядом. Все было очень близко, да. Фактически. Ну, а чем они занимаются? Как они вообще живут? Ну, сейчас они на пенсии, а так женщины работали
в школе буквально, она работала техничкой, она говорит, вторая подавала звонки. Что это значит, швейцар, да? Вот так что-то они... вроде вахтера, наверное. Ну, вахтера, да. Вот. Но вот так и жили, работала. Там есть больница, одна из них работала в больнице еще санитаркой. То есть никакой специальной подготовки, да, нет, жизнь нет, им нет. не предоставила? У них, были, были с собой спички, они намокли. Угу. Вот. Ну и все. Они, повторюсь, они не собирались там где-то блуждать, бороться за выживание или что-то. Ну, просто... по крайней мере, они не были к этому готовы. Ну, да, но с другой стороны, они, наверное, готовы жить в тех условиях, какие попадают. Это другой вопрос. Угу. То есть это не спецподготовка, а это такая жизнь, которая не отличается от того, где ты находишься. Угу. Попали в лес, живут в лесу. Ну, вот я приведу в связи с этим еще одну, на мой взгляд, совершенно потрясающую цитату. «Зверей мы не видели, нам очень хотелось с медведем встретиться. Мы между собой сидим, говорим, хоть бы медведица пришла, нас обняла. Видели только лосиные следы. Не было ни истерики, ни паники, родственники нас в первый же вечер хватились, что мы домой не пришли, а мы первое время вообще не переживали ни о родственниках, ни о чем». И далее, вот они пишут, люди уходят в тайгу, потому что там хорошо. Вот и нам в тайге было хорошо. Это, мне кажется, совершенно какая-то удивительная философия, какая-то теория непротивления и вообще целая вселенная. Вот какие-то выводы вы для себя, может быть, сделали? Вот у меня есть знакомый психолог, он, кстати, сидел на вашем месте, вел со мной когда-то программу и говорил, что 80% проблем решаются сами собой. Вот мне кажется, без всякого обучения эти женщины, это где-то в глубине души, вообще знают, ну, удивительные вещи, удивительные мысли и, повторюсь, какая-то философия. Вот вообще ваш этот пример вас чему-то научил? Может быть, вы чего-то для себя почерпнули из этого? Нельзя, наверное, сразу понять, что тебя чему научило, но... Ну, какой-то мудрости вы все-таки хватанули после общения с... Нет, я думаю, что они просто жили, еще раз, вот как это я говорил, они жили, как жили, то есть попали в лес, жили в лесу. Они говорили, что они не пытались где-то там делать лагерь, там остановиться на ночевку, шли, устали, повалились в траву, лежат в траве. Угу. Удивительно, что на самом деле не простудились, не заболели, потому что шли дожди, было довольно прохладно, одежда у них была вполне легкая. Их еще кусали комары очень сильно. Кусали комары, да. Вот. Ну а их жизнь после этого момента как-то изменилась? Ну вот на них обрушилась популярность, которая еще может вырасти, возможно, в дальнейшем. Вот. Женщины тоже к этому относятся с интересом, мечтают попасть на федеральное телевидение. Угу. То есть рассказать о своих приключениях, о своей вот этой теории выживания в лесу без сопротивления, скажем так. Да. Вот. И для них еще стало, ну, может быть, не открытием, но очень хорошим впечатлением то, что все их бросились искать. То есть они, еще раз скажу, они с самого начала поняли, что их ищут, а когда они вернулись в поселок, они видели, что их ищут буквально все. То есть все, кто мог в поселке участвовать в поисках, все были подняты, разбиты на поисковые партии. Ходили по лесу день и ночь, там, и как они тоже не спали и не ели. Проявили себя, отзвонились, и даже приехали родственники, с которыми обычно редко видишься. Ну, тут все нашлись, отзвонились. Там. Ну, то есть для них это тоже было да, для них приятно, это... как минимум. Да. Ну и, наконец, цитата, которая, наверное, вообще апофеоз всего происходившего, подводит итог всему этому материалу. «Мы на одном месте суток четверо кружились, расстояние пройдем большое, а выходим к одному и тому же месту, к реке. Там нас потом и нашли спасатели. Сначала мы шли, собирали грибы, попадались белые красноголовики, а с ягодами мы расстаться не могли. Морожку мы носили с собой и потом принесли домой. Я наварила 6 литров варенья». Тут, мне кажется, комментарии бесполезны. В общем, да, вот я там варенье тоже ел. Вы не удивились, когда вам предложили варенье из морожки, которое они, не побоюсь этого слова, таскали 6 суток с собой? Удивительно, но еще раз, это то же самое, может быть, это вид вот этого упомянутого непротивления. То есть, ну, люди пошли за морожкой в лес, они шли с морожкой в лес. Они ее принесли. Ничего, что 6 дней пришлось ее таскать, но они ее принесли.
Действительно, это удивительная история, удивительные женщины, удивительные люди. А Галина вот в интервью говорит о том, что они не испытывали депрессии. Да. Все эти 6 дней они так, ну, не узнали, что такое депрессия. Так вот, хочется пожелать всем нам, чтобы мы гораздо более, гораздо менее суровых условиях тоже никогда не испытывали депрессии. Галине и Лидии, женщинам, которые спаслись из леса, хочется пожелать здоровья, и, конечно же, всем, кто участвовал в этой операции. Павел, вам спасибо. Ждем от вас новых интересных материалов. Ждем вновь вас в этой студии. Спасибо вам. У нас в гостях был журналист областной газеты «Правда Севера» Павел Кононов. Газета на ТВ выйдет ровно через неделю на телеканале ПС и интернет-портале «Правда Севера». Увидимся.